Через два месяца мы идем в Америку на еврейскую свадьбу. Подошел еврей и говорит, мне надо... Это тот, что бриллианты. Вот, учить, да. Идем, значит, по бриллианту. Да, каждому по бриллианту. Значит, петь надо будет советское ретро и еврейские песни. Заказ уже поступил. Вы сегодня пришли на еврейское. А мы на тебя наедем за это. Ты пришел в бассейне вчера, я могу петь песню. Да ты что? Иди сейчас пой. Плаваешь и поешь. Но он не поверил. Скажешь, знаешь, он ходит, он тренируется. Он подумал, что я жена какого-то миллионера. Потому что это же самый лучший фитнес. Все же там только какой-то миллиардер. Ух ты. Ты скажи, у нас певицы в состоянии ходить. Вы понимаете, я простая певица. Да, я говорю, ну вы же понимаете. Вы постоянно в Америке скажете. Просто певица, я же ретро пою. You.